Теремок ТВ. Много чудес увидеть хочу. Садитесь скорее, я вас прокачу. На помощь всегда спешить я привык. Пик, волшебный грузовик. Пик, волшебный грузовик. Джет, сегодня такой жаркий день. Да, хочешь, я оболью тебя водой? Не надо, я же могу заржаветь. Ну, как хочешь. Ой! Ребята, в лесу случилось происшествие. Свинке нужна ваша помощь. Уже в пути! Пик, надо позвать свинку. Ты знаешь, как они кричат? Да, кажется так. Хрю! Хрю! Ребят, вы чего расхрюкались? Мы пытались позвать тебя. Но мы так давно не говорим. Вы больше не хрюкаете? Нет, теперь мы говорим. А вы зачем меня звали? Мудрое дерево сказало, что тебе нужна наша помощь. Да, нужна. Сегодня такой жаркий день, но лужа, в которой я обычно прячусь от жары, совсем высохла. А у меня такая нежная кожа. Свинка, веди нас к луже! Окей. Вот моя лужа. Видите? Совсем высохло. Это я мигом исправлю. А давай мы тебе построим бассейн. Бассейн? Это как? Сейчас все покажу. Ребята, настало время превращений. Во что мне превратиться, чтобы выкопать яму? Каток, грузовик или экскаватор? Экскаватор! Пик-пик, начинаю трансформацию. Джет, теперь нам надо привести камней и уложить ими дно ямы, чтобы вода не уходила. Ух, как сложно строить бассейн! Да, это дело серьезное. Готово. А теперь нужно наполнить бассейн водой. Джет, справишься? Конечно! Блаженство. Пик, а вода снова не испарится? Чтобы этого не случилось, мы сделаем навес. Время заглянуть ко мне в кузов. Ребята, что нам понадобится, чтобы защитить яму от солнца? Бутылка, мячик или зонтик? Зонтик! Спасибо, ребята. Теперь моя кожа будет в порядке. Обращайся! Ребята! Вижу, вы справились с заданием. И еще бы! Мы построили свинке бассейн, чтобы ей всегда было хорошо. Как здорово! Я бы тоже не отказалась освежиться в такой жаркий день. А так гораздо лучше. Ребята, в каждой серии спрятан гаечный ключик. Смотрите мои приключения внимательно и ищите его. Пока! Много чудес увидеть хочу. Садитесь скорее, я вас прокачу. На помощь всегда спешить я привык. Пик, волшебный грузовик. Пик, волшебный грузовик. Аккуратно, тихо-тихо. Не дышать, не дышать. Ой! Ну вот.
Ребята, маленькому муравьишке нужна ваша помощь. Он учится строить дома, и у него ничего не получается. Уже в пути! Джет, смотри, какие странные кучи. Что это такое? Кажется, я знаю, что это. Я никогда не научусь строить. У меня никогда не будет своего домика. Муравьишка, привет! Привет, ребята! Что случилось? Я пытаюсь построить себе домик, но ничего не получается. Смотрите! Ничего не выходит! Так, перестань плакать. Давай мы тебе поможем. Давайте. Для начала надо твои камни чем-то склеить. Тогда они не будут рассыпаться. О, у меня есть идея. Сейчас мы склеим твои камешки. Клади камешки. Теперь следующий слой. Вот так. Получилось! Ура! Так, я знаю, что нужно сделать. Нам нужно скрепить камни цементом. А что такое цемент? Это такой специальный раствор для строительства. Но где нам его взять? Настало время превращений. Ребята, во что мне превратиться, чтобы замешать цемент? Экскаватор, бетономешалка или трактор? Бетономешалка! Пик-пик, начинают трансформацию! Кладите слой камешков. Ага-ага. Еще цемент. Ребята, кладите еще камешки. Готово! Да, домик получился крепкий. Эх. Ну а теперь что не так? Ну он такой серый и невзрачный. А я думал, он будет красивый и яркий. Ну, это мы легко исправим. Ребята, настало время заглянуть ко мне в кузов. С помощью чего мы можем сделать домик красивым? Мячик, веревка или краски? Краски! И финальный штрих. Вот так. Ух ты! Какой красивый у меня получился домик! Ребята, привет! У вас все получилось? Ух ты! Какой красивый домик! Да, ребята мне очень помогли! Без них я бы не справился! Муравьишка, главное – это не опускать руки, если что-то не получается! Да, а хороший раствор цемента сделает все остальное! Ребята, в каждой серии спрятан гаечный ключик. Смотрите мои приключения внимательно и ищите его. Пока!